Эй, ты! Не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится! Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Сангард ждет. Нет, не может быть. Я сплю. Эй, Конокрад, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о том. Рорикстед! Я из Рорикстеда! Здравия желаю, генерал! Палач уже ждет! Хорошо, покончим с этим. Жор! Мар! Дебела! Кинарет! Акатош! Ой, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, далмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелгин. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Папа, кто это такие? Куда они идут? Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо! Да, папа. Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте. Мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду. Мы не с тобой. Это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Винхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты?
Немногие лесные эльфы осмеливаются прийти в Скайрим в одиночку. Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. В бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы отправим твои останки в Валенвуд. Иди за капитаном. Ульфрик Буревестник. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам и восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же вверяем мы души ваши, Этериус. И да припомнит... Во имя Талоса Могучего заткни... Пай к делу. Ибо вы, как скажете? Я что, все утро ждать буду? Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам. Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. Дальше лесной эльф! Опять то же самое. Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Это что еще такое, Облевион, его побери? Часовые! Что вы видите? Вон там, за тучами! Дракон! На крышу и беги. Беги! Мы за тобой как только сможем. Держись рядом со мной, если хочешь жить. Куда? Займись мальчиком. Тебе нужно найти генерала Тулия. Он организует оборону. Она правит тебя боги, Хан. Прижмитесь к стене. Быстро за мной. Давай!
предатель! С дороги! Мы бежим и сбежим, Хатман. Тебе нас не остановить. Отлично. И надеюсь, дракон всех вас... Быстро в крепость! Пленник, сюда! Идем! Надо попасть внутрь! Быстрее! В крепости я смогу тебя освободить. Похоже, кроме нас спасся. Это и правда был дракон, провозвестник конца времен. Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Ну вот, пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай, а я поищу что-нибудь от ожогов. Поищи какое-нибудь снаряжение. Посмотри там, в сундуках. Может, найдешь. На себя броню. Посмотри там, в сундуках. Может, найдешь на себя броню. Надевай-ка броню и опробуй тот меч. Задерживаться. Эта тварь еще рядом. Посмотрим, как оно дальше получится. Наверняка мы не одни спаслись. Быстро! Сюда! Надо уходить. Дракон вот-вот разрушит крепость. Погоди минутку. Дай отдышаться. Слышишь? Братья Бури. Может, нам удастся с ними договориться? Эй, погоди, стой. Мы... На улице! Погоди, я попробую открыть это.
пошли! Из Хелкина. Живо! Имперцы держали тут зелье. Нам они пригодятся. А? Не стоило сюда! Сюда. Вот ты и... Старая кладовка. Посмотри, не найдется ли каких зелий. Они точно лишними не будут. Ну что, готово? Сюда. Комната. О, боги, почему? Вони... Слышишь? Давай! Где же ты? Ты жалкая блоха! Понравилось, как я развлекал их приятно. Ты хоть знаешь, что происходит? На Хелген напал дракон. Дракон? Да брось, не говори глупостей. Хотя, если вдуматься, там действительно был какой-то странный шум. Пошли с нами. Надо выбираться отсюда. Ты мне тут не командуй, мальчишка. Ты меня что, не слышал? Напал дракон. Погоди минуту. Похоже, за решеткой что-то есть. Не ищи. Я 100 лет назад ключи потерял. Бедняга орал 2 недели. Посмотри, не получится ли подцепить отмычкой. Нам все пригодится. Конечно. Возьмите мои вещи. Пожалуйста. Хватай все, что найдешь, и пошли. Thank you.
ты знаешь, там ведь нет выхода. Я рад, что мы выбрались. Надеюсь, так мы куда-нибудь придем. Нам лучше держаться вместе. Во имя Обливиона, и куда же нам идти? Где же вы? Погоди минутку, дай живым подумать. Живым из Хелгена никто не уйдет. Посмотрим, куда ведет этот ход. Еще что все это нам на голову не обвалилось. Пошли вперед. Остальные как-нибудь выберутся.
Ну, давай. Там тупик. Думаю, лучше попробовать. Гигантские змеи. Кажется, тут можно пройти. Постой. Там медведица впереди. Видишь? По мне, с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть мимо. Идем тихонько, осторожно. И смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Полегче. Чудом проскользнули. Похоже, это выход. Я уж испугался, что мы не выберемся. Постой! Ну, вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не помощь, я бы не выбрался. Слушай, тебе стоит отправиться в Солитьют и вступить в Имперский Легион. Такие люди нам нужны. А если у бунтовщиков появился дракон, то только генерал Тули сможет их остановить. Ну давай. Мне не по себе. Скорее бы оказаться в Ривервуде под защитой. Надеюсь, дракон не парит где-то там над нами. Видишь, вон те развалины? Это ветреный пик. Когда я был мальчишкой, мне про него снились кошмары.
как драугры ночью спускаются с горы и лезут ко мне в окно. В ком духе. Честно сказать, мне тут до сих пор неуютно. Камни-хранители. 3 из 13 древних стоящих камней, что есть в Скайриме. Иди вперед, посмотри. Вор, значит. Что ж, никогда не поздно встать на путь истины. Надеюсь, дракон не парит где-то там над нами. Послушай, по мне, если кто-то и заслужил помилование, так это ты. Но пока генерал Тулий его не подпишет, держись подальше от этого... солдат, если, конечно, жить не надоело. Скорее бы оказаться в Риверпуле под защитой. Хорошо, что ты со мной. Мы уже почти дошли до Ривервуда. Тут, похоже, все тихо. Пошли. Вот мой дядя. Дядя Алва, привет. Братко, что ты тут делаешь? Ты в увольнении? Кости Шора, что с тобой стряслось, парень? У тебя неприятность? Дядя, прошу тебя, чуть потише. Я в порядке, но нам лучше поговорить в доме. Что происходит? А это кто? Это мой друг, он спас мне жизнь. Пойдем, я все объясню, но лучше все-таки в доме. Ладно, ладно, пойдем-ка в дом. Сигрид вас покормит, а ты рассказывай. Дракон! Я видела дракона! Что? Что опять случилось, мама? Он был огромный, как гора, и черный, словно ночь. Он пролетел прямо над холмом! А этот раз драконы. Ну, мама, если ты будешь продолжать в том же духе, все решат.
решат, что ты сошла с ума. И некогда мне слушать про твои фантазии. У меня дел полно. Вот увидишь, это был дракон. Он убьет всех нас, и тогда ты мне поверишь. Фэмбл думает, что может увести у меня Камилу Валерию. А я меж тем ему не раз говорил, что она уже моя. Сигри, у нас гости. Хадвар, мы так о тебе волновались. Идите сюда, вы наверняка голодные. Садитесь, я принесу поесть. А теперь рассказывай, парень, что за тайны? И почему у тебя такой вид, точно ты с пещерным медведем подрался? Даже не знаю, с чего начать. Ты же знаешь, я служу в охране генерала Тулия. Мы проходили через Хелгин, и вдруг на нас напал дракон. Дракон? Что еще за нелепость? Ты часом не пьян? Муж, дай ему дорассказать. Больше и рассказывать нечего. Прилетел дракон и превратил город в развалины. Люди все были в панике. Не знаю, уцелел ли еще кто-нибудь. Я бы и сам не выжил, если бы не помощь друга. Мне нужно вернуться в Солитьют и рассказать, что случилось. Я подумал, вы могли бы нам помочь. Дать еды, припасов, крышу над головой. Конечно. Друг Хадвара мой друг. Я буду рад помочь всем, чем смогу. Я уже говорил, рад буду помочь, чем только смогу. Но мне нужна твоя помощь. И мне, и всем нам. Надо сообщить Ярлу, что в округе появился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Если умеешь, почему бы и нет? Точильный камень улучшит твое оружие. А на столе можешь подлатать броню. Если у тебя есть с собой материалы, можешь использовать кузню и выковать что-нибудь новое. Хан, угу. Ты что, правда видел дракона? Ой, какой он! У него большие зубы! Ой, ладно, пойду-ка я поработаю. А вы тут пока располагайтесь. Хорошо снова оказаться среди друзей, а? Слушай. Я тут залягу на некоторое время. Отсюда ты сможешь добраться до Солитьюда без меня. Я бы посоветовал тебе пойти в Вайтран. Туда ведет эта дорога. А там сядешь на повозку и доедешь до Солитьюда. И мне. Но если проклятые братья Бури умудрились найти дракона или разбудить его, война может принять плохой оборот. Трудно поверить, что это просто совпадение. Первый за сотни лет дракон нападает ровно в момент казни Ульфрика. Конечно, я понимаю. Знакомство с Легионом прошло не лучшим образом, но надеюсь, что ты нам дашь второй шанс. Легиону нужны такие, как ты. Особенно теперь. И если у бунтовщиков появился дракон, только генерал Тули сможет их остановить. Не могу тебя винить. На твоем месте я бы тоже злился. Но это же была ошибка. Тебя не должны были сажать в одну повозку с бунтовщиками-предателями. А имперскому легиону нужна твоя помощь. Особенно сейчас, когда Ульфрик сбежал, а дракон летает по небу. Конечно, я понимаю. Ничего себе перемены. Сегодня легион хочет казнить тебя, а завтра ты в строю. Но я думаю, ты поймешь, что сегодня Легион — единственная надежда Скайрима.
Я знаю, что в конце концов ты сделаешь правильный выбор. Чем могу помочь? Будь начеку. Проклятые мятежники. Хороший песик. Оргнар, Оргнар, ты слышишь меня? Тебя трудно не услышать. Эль скоро испортится. Нам понадобится новая партия. Ты слышал меня?